Всем привет! Заведем автобус наш, накачаем воздух. Сегодня у нас какое там 22 сентября. Время сейчас мне уже выезжать на мой маршрут. Выезжаю я. Я вот отобедал, у меня был обед 2 часа. Сейчас я буду выезжать. Что-то дозор не хочет срабатывать. Сейчас еще раз. Так, N24. Есть. Пора выезжать, ребятки, на маршрут. Так, камера у меня снимает вроде как ровно. Если нет, извиняйте, или не ровно. Всегда у меня это больной вопрос. Не очень-то видно, честно говоря. Но попробуем. Так, никого в принципе нету, так что выключу поворотник. Я выезжаю из автопарка и не еду сейчас вот на конечную, а еду сразу на маршрут, примерно на середину, и там вклиниваюсь в свой график. Вклиниваюсь между как бы двумя автобусами, спереди идущим, он сейчас примерно на вокзале, и сзади идущим, который сейчас выехал с БАМа. Вот это наш автопарк. Мы тут не разгоняемся, потому что сзади будет огромная пыль. Едем спокойно, не спеша. Выезжаем через... Ну, мы можем и слева ехать, а можем и справа. Едем, как, в принципе, желательно ехать через яму. Хотя вот утром я люблю ехать слева. Потому что справа обычно толкучка. Едем еще вот вперед, вперед, вперед. И только потом включаем правый поворотник и аккуратно выезжаем. Люк стараемся взять между колес. Немножко опущу пока что, потому что солнце так слепит глаза. Так, у нас зеленая стрелка прямо, поэтому мы уступаем тем, кто слева, успеваем и едем на наш маршрут. Так, пропустим Volkswagen, пускай он едет. Время у нас сейчас 17:06, а старт вот с Лиготского, где я вклиниваюсь, 17:09. Это наш отремонтированный стадион «Автомобилист». Там очень шикарный сделали футбольный газон. И сектор есть там с искусственным полем. Но там занимаются детки, иногда и взрослые. А поле шикарнейшее. Оно такое же было когда-то раньше, еще в 90-х. А потом его забросили, оно не спонсировалось. А сейчас снова шикарные трибуны выстроили. Забор вокруг. Уступаем пешеходам. И вообще, там сделали и для бега резиновые дорожки. Так, чуть не забыл. Включаем маршрут 24. Бывает вот такое, видите? И на старуху бывает проруха. Выбираем конечную на Дравце. Ну, в смысле, туда, куда мы едем. Время 17:07. Мы тут как раз вклиниваемся. Включаем левый поворотник. И смотрим, чтобы мы сейчас вот никого тут справа не зажали. Уступаем. С кольца кто едет. И вот смотрим. На всякий случай. Никого ли там, ли нет. Может, что можно так человека с машиной там зажать. И будет как бы обоюдка. А может и нет. В общем, лучше
аварийных ситуаций не создавать. Смотрю, что у нас на остановке никого нету. Так, наверное, спереди пошел 21 маршрут и забрал, да, наших пассажиров. Вон он там едет спереди. Ну, мне еще надо здесь постоять немножечко. А потом уже можно будет ехать. Тройка подъехала. Так. Так, что у нас тут? Это я смотрю дозор. Если видно вам. Смотрю, кто где находится. Ага, 24-й вот только поехал, в принципе. Нет, не за что. Так, время, в принципе, практически уже 17:09. Поправлю камеру. Ну что ж, сегодня здесь, как видим, никого нету. Бывает и такое. Включу у себя кондиционер. Закрываю двери. Обычно здесь есть люди, но сегодня, видать, Шкода меня не очень-то и хотела пропускать. Так, маршрут я включил на компьютере. Еще раз, камера как у нас? Нормальненько. Вроде бы. Хотя у меня такое ощущение, что она с наклоном стоит. Porsche Panamera слева. Сзади. Открою, в принципе, все двери, пускай немножко проветрится. И люди идут потихоньку. Да. А вы на 8 не едете? Едем, да. Едете, давай закрой. Чекаем, вот тут уже. Давай, маска ей. Там, хорошо. Так, задвох. Возьмите, пожалуйста. Так, я чуть-чуть отъеду сейчас. Потом опять открою дверь. Хорошо, хорошо. Сейчас, секундочку. Немножко отъехал от пешеходного. Так, и выдадим сдачу. 43 гривны с 50. Ой. 10, 20, 30, 40. Возьмите. Сложим эти денежки. Так, пятерку еще надо сложить. Кстати, я пользуюсь случаем, хочу передать привет дяде Славе.
Я попробую его фотографию вставить, такую заретушированную. А вдруг он не хочет известности? Я же не знаю. Но на всякий случай передам привет. Ну все, хватит стоять. Можно дальше нашу лошадку трогать. Как раз там уже включается зеленый. Я немножко постоял, чтобы не стоять на светофоре. Лучше побыть на остановке. Все, и двигаемся дальше по маршруту. Детки у нас есть в автобусе. Разговаривают активно они. Что хотел сказать? Я сегодня вот вроде бы наконец-то, скорее это всего, закончил снимать видео про книлинг. Это то, что у нас автобус может свой кузов наклонять. Сейчас вот я сидел, снимал. Думаю, что завтра выставлю это видео. Ну, сначала его еще смонтирую. Я уже имею там часть смонтированную. Надо еще это туда прибавить. Быть может, каких-то эффектов добавить. И выкладывать на ваше обозрение. Так, у нас вот, кстати, смотрю, что уже появилось где-то 3 службы по доставке. Вот как есть Яндекс, как есть в Америке служб этих очень много. Вот так уже и у нас. Они появились на великах с рюкзаками. С желтыми я видел, с зелеными. И еще какой-то был один цвет. Сейчас не помню, какой уже цвет. Так, можно поднять повыше шторку, чтобы вам видно было. Я забыл, кстати, это сделать. Так, там у нас женщина бежит к нам. А слева никого не вижу, чтобы бежал. А, еще одна женщина бежит. Мы их спокойно подождем, чтобы они спокойно успели дойти. Спасибо. И зайти к нам. Пятерки сложим сюда. Так, больше вроде к нам никто не бежит, никого я не вижу. Спокойно включаем левый поворотник, смотрим в зеркало и спокойно отъезжаем. И смотрим и влево, и спереди, чтобы случайно не создать аварийной ситуации. У нас теперь весь город в рекламе. В рекламе предвыборной, я бы так сказал. Все хотят во власть, все рвутся. Но, если честно, я думаю, что эти выборы у нас в городе выиграет наш мэр. Хорошо. Наш мэр, который ныне работает. Так, этот встал вот посередине, ни туда, ни сюда. Надо вставать, учиться в конец вот, остановки. Нормально, как нормальный водитель. Открыл я все двери, естественно. Спасибо. 7 гривен копилку нашу. Так,
Вроде как никто не бежит. Слева тоже вот смотрю, никого. Справа никого. Девчонки вроде думают идти, но нет, не идут. Тогда закрываю. Едем. Так вот, считаю, что выиграет их наш мэр Андреев Богдан Евстафьевич. Потому что он показал, что он сделал за все эти годы, сколько он сделал. И город у нас изменился капитально. И за городом ухаживают. Это тоже очень важно. И очень много объектов фактически реанимировано. И это меня радует. Это, считайте, реанимировали почти все стадионы. Спартак. Спасибо, дякую. Это... Сейчас расскажу еще. Так, 50 у нас, да? Даю с 50 сдачи 43 гривны. Возьмите. Так, сложил ее сюда. Реанимировали Спартак, Авангард, Автомобилист. Вот эти три основные. Плюс в школах, во многих школах выстроили искусственные поля и площадки для спорта и для мини-футбола. Так, уходим тут в левую полосу согласно разметке. И немножко отдохнем. Сегодня жарко, как я уже сказал, где-то плюс 26 градусов. Ощущается как плюс 28, скорее всего. Так, едем далее. Вот, так что я сейчас так не вспомню, но столько всего отремонтировано капитально, что выключу эту пищалку. Да пусть меня извинят органы. Ну, сейчас вот включу. Так, тут, если это чуть-чуть немножко подвинется, то мы поместимся. Так, и смещаемся тут в правый ряд. И с левым поворотником уходим влево. Но здесь уже вот включаем правый. Правый поворотник. И выключаем уже его. Смотрим, чтобы не задели мы тут справа таксистов. У них тут, так сказать, одна из основных таких точек. Так, и внимательно следим за двухколесными, за самыми опасными участниками. Успеваем на зеленый мигающий, и даже на желтый еще можно ехать. Так. Едем в конец остановки, не открываем все двери, чтобы немножко проветрить от жары. Так, никто к нам вроде как не идет. Одна бабушка, по-моему, идет, да. Бабушки помогли. Все, закрываем двери. Лучше немножко подождать, пока она усядется. Но она не хочет, по-моему, усаживаться. И потихоньку отчаливаем. Снова обгоняем двухколесные колесницы. Ну, уступаем сначала тем, кто едет слева. Так, вот мы сейчас ушли в левый ряд. И в нем же пока что и идем, не смещаемся, потому что там велосипедист. И вот мы едем, смотрим, чтобы они у нас
а оказались чем подальше, и только сейчас вот мы перестраиваемся. Так, там автобус разгружается и уже отъезжает. Смотрю, что мы как раз пришвартовываемся. Так, но у нас тут никто не выходит. Поэтому двери пока что не открываю, а сразу же... А нет, там вот один человек выбежал с маршрутки из Розовской. Я уже остановлюсь тут. Нет. Не едем, да. А перед Украиной стоит, да? Нет. У вокзала тогда. Бывает и такое. На вокзал, да. Смотрите на номер. На 24, я знаю, что вам, я сейчас буду тупая. Идем тоже в правом ряду, потому что тут заасфальтировали, а слева еще есть это углубление, которое нам мешает. И перестроились мы. А теперь на остановку. Еду за пешеходный в конец остановки. Пожалуйста. Вот такое бывает, что люди ошибаются. Да, едем. Что люди ошибаются, едут не в ту сторону. Хотя на автобусе все написано. Спасибо. Возьмите. 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 Крупные отложим сюда. Возьмите. Двадцатки сюда. Пятерки сюда. Сюда. А мелочь к себе. Вот раз, два. И потом легче выдавать. Когда десятки надо дать раз и два. Раз и два, раз и два. Вот и пошло. А сзади по 1 гривне я скапливаю так. Откладываю здесь их, тут их удобно. Так, было какое-то сообщение. Новый подписчик у меня на Ютубе. Так, все, вроде как никого уже нету. Никто к нам не идет. И можем ехать далее. Или нет? Или идет все-таки к нам? Не могу понять. Да, идет парень. Я его заметил. И вроде бы еще и девушка там, да. Добрый день. Возьмите. Пожалуйста. А девушка вроде не идет. Пошла на вокзал. Так, отлично.
отъезжаем с остановки и вклиниваемся здесь, в конце этой улицы, в поток. В конце проспекта Свободы. Кстати, вот в любом городе можно узнать, где вокзал, даже не доходя до вокзала. Это можно узнать по людям с чемоданами и сумками. Так узнается дорога к вокзалу. Мы едем справа, у нас вот наш ЖД вокзал Ужгородский, который был построен за время правления ЖДшкой Георгия Кирпы. Так, идем влево опять. Раньше был у нас такой вокзал, если честно, захудалый. Георгий Кирпа его сделал просто фешенебельным, шикарнейший. И вокзал, и перрон, и вы не намокнете. Очень шикарно, шикарно сделали. Так, здесь у нас вроде как никто не выходит, поэтому я рядом еду с остановкой. Вот. А вы куди круг робите? Сюда. Під міст? Идем. Да. Ага, господи, у нас уже страхи, мы просто не встигаем. Мы идем направо. Ох, как скрипит эта шторка. Тут скрипят направляющие. Их и не смажешь. И не смазать их. И ничего. Детки смотрят на автобус. Так, ну а мы едем дальше по маршруту. Что-то я постоянно отвлекаюсь. Солнце слепит, честно говоря, в глаза. Не очень-то и ехать приятно. Но освежает кондиционер. Так, Ивеко нам вроде как уступает. Да, скажем ему спасибо. Смотрим аккуратно, чтобы никого не задеть.
левым поворотником попробуем сейчас повернуть. Если нас кто-нибудь пропустит. В принципе, уже там не двигаются, там уже красный горит. Таксист вряд ли, да, пропустит. Ну и пусть. Мы не спешим. Так, пошли пешеходы, поэтому надо аккуратно. И вот еще один таксист, который останавливается на пешеходном. Он не смотрит, что спереди, что, может быть, надо освободить, сделать обзор. И он будет вставать вот так. А все потому, что у таких людей, у них нет, у них есть глаза, но они смотрят как лошадь, только перед собой. Вот так вот. У него шоры, как у лошади. Ну, может, с годами и такие люди тоже научатся мыслить и оставлять пространство. Спасибо. Это школьный у нас один был. Спасибо. 7 гривен. Но, кстати, стоит отметить, что и у меня такое случается, когда я что-то профукаю, ну это редко случается, но метко, что я остановлюсь на пешеходном или же где-то на перекрестке. Но мне тогда так стыдно, что я готов сквозь землю бах и провалиться. И десятка тоже, смотрю, что идет практически пустая. Сейчас такое время, что еще и не час пик. Такое, что между обедом и час с пиком. Но скоро будет час пик, и народу в автобусах будет больше. Сделали у нас тут разметку желтую, кстати, на многих остановках. И вообще, в городе много разметки. Так, один человек вышел. Левый поворотник. Никого, ничего. И двигаемся дальше. Но на одной вот улице, на улице Будителей, разметку сделали неправильно. Я потом это сниму и вам покажу. Они взяли и улицу разделили ровно на две части, а там желательно, чтобы была одна часть шире, где утром идет огромный поток в город, а та, что с города, там никого нету. Вот с нарушением Шкода пошла с левого ряда, пошла прямо, где есть там знак, и знак есть, и разметка, что с левого только влево. А у нас большая беда с нарушениями правил. Огромная, потому что это у нас повсеместно. На остановках разметка, знаки, светофоры. И бороться с этим надо уже, чтобы не было чреватых потом последствий. Так, здесь у нас выходят и, может быть, заходят. А тут так называемый, как у нас говорят, генделек, 100-граммовка, разливайка. Ну, тут люди злоупотребляют алкогольными напитками. Так, автобус меня, вероятно, пропустит. Да, он меня пропускает. Мы ему включим аварийку. Раз, два. Скажем таким образом спасибо. Справа автомойка самообслуживания. Сейчас у нас их уже много в городе. Штук, наверное, 6 или 7.
Кстати, очень удобная вещь. Удобная и хорошая штука. Слева 21-й стартует, но тоже он не очень-то и загружен. Так, тут откроем все двери, потому что к нам идут и выходят. Спасибо. Все, деньги нам дали, за проезд заплатили. Аккуратно выезжаем. Тут неровности, поэтому мы идем потихоньку. Тут у нас квадроциклы, мотоциклы, все то, что все то, о чем я мечтаю. О двухколесной и четырехколесной технике. Кто вот раз в жизни попробовал и понял, что это такое, тот от этого никогда не откажется. Это вот такое же ощущение, что как будто бы под вами настоящий конь, но только железный. Ты полностью слушаешь. Полностью он вас слушается. Абсолютно. Вот это чувство очень шикарное. Так, тут у нас остановка, ресторан. Ресторан Корчма. Тут мы остановимся, потому что у нас выходят на средние двери. Их мы и открываем. И закрываем. Так, там у нас едет пока поток машин. Вот, сейчас левый поворотник и вклиниваемся. Автобусы поехали, пазики, если я не ошибаюсь. Но спереди то точно пазик, а этот что поехал, вроде пазик. Если кто знает, то напишите в комментариях. Кстати, вот говорят, что пазик, а он очень комфортный, как для пассажиров. Вот он шикарно вообще. В нем ты едешь и кайфуешь. А вот как у водителя там стоят телишки, я не знаю. Тут смотрим внимательно и сбавляем. Потому что здесь у нас пешеходный опасный. Тут, кстати, часто сносят людей. Так, здесь у нас выходят. Поэтому останавливаемся. И пазик тоже останавливается. Ну и мы с ним. Так, все спрыгнули. Левый поворотник и идем далее. Все отошли от автобуса.
пазик, конечно, дым выпускает. Хотя и не такой, как КамАЗ, но все же. Ой, по мне как обычно спать охота. Вот я покушал, пообедал, отдохнул и тянет в сон. Вот. Но я бы сейчас бы не отказался бы от раскладушки. Улечься и поспать. Зеваю, как этот. Угу. А тут у нас, кстати, вот на кольце закладывают кольцо плиткой. Видите? То есть, вернее, не кольцо, а этот так называемую развязку. Они ее закладывают. Так, вот мы закончили мы маршрут наш. Выключаем кондишн. Старт следующий через ровно 7 или 8 минут. Через уже 7. Достаточно быстро. Все. Всем спасибо за то, что смотрели. Оставайтесь с нами. Лайки, подписки. Рассказывайте об этом видео всем своим знакомым. Пускай и они смотрят. Будем вас радовать.